взаимодействие между органами исполнительной власти ведется через систему СМЭФ, систему межведомственного электронного взаимодействия, которая в настоящее время уже как бы существует, и демонстрировались те показатели обращений между ведомствами, которые происходят через эту систему. И вот глядя на эти данные по статистике, я вижу, что действительно существенный рост взаимодействия ведется через эту систему. И с нашей стороны отрадно видеть, что те усилия, которые со стороны правительства Российской Федерации предпринимаются по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия, они дают эти результаты. И в настоящий момент времени те законодательные акты, которые существуют, они приводят нас к сближению банковских услуг и государственных услуг. Мы со стороны своей компании видим, что следующий год – это будет год слияния банковских и государственных услуг, что даст банкам новую возможность при ведении своей операционной деятельности. Что я в этом под этим подразумеваю? В настоящее время банки, общаясь с государственными ведомствами, взаимодействуют в бумажном виде. Подключение к системе СМЭФ позволит банкам избавиться от бумажного документа оборота и взаимодействовать с органами в электронном виде. Это позволит предоставить вообще новое качество банковских услуг для населения. Вот, на мой взгляд, уже не за горами то время, что когда там, для получения ипотечного кредита нам будет достаточно обратиться в банк, предъявить свой паспорт, и банк в течение небольшого промежутка времени нам сможет дать решение по ипотечному кредиту. В настоящее время, когда я сталкивался с этой услугой, потребовалось получить большое количество документов, получить большое количество там, государственных ведомств, что в целом, конечно, не, как бы, неудобно для населения. Приятно видеть то, что сейчас это уже состоялось для государственных ведомств, и приятно видеть то, что как бы банковские структуры тоже могут к этому присоединиться. И мы со своей стороны, со стороны компании БСФ, предлагаем уже готовые решения для взаимодействия банков с органами государственной власти.